тротуар. Мусора. Где мусора? Молодец. Джигитер, мы в общем вот на рыбалке. Так, ездили на Кулан. На Кулане тишина. Одна щука, один окунь. Так, приехали вот на свою любимую Нуру. Нура, как обычно, порадовала нас. Вот итог. Получается, за утрянка. Вот сейчас уже обед. Вот надергали. Вот Маке. Маке, передай привет. Салам алейкум. Уже 10 почистил, 11 чищу. Вот Жанат. Я Абай. Группа спецназ рыболовные войска. Вот такая щука, короче. Вот Маке чистит. Короче, где-то 23, да, по-моему? 23 щуки взяли. 23 щуки взяли. Ну вот где-то есть нормальные среди них. Вот это легендарная боевая машина Вайнахов. Он сам в Вайнах. Рыбу чистит. Сол? Сол? Нура? Как обычно, радует. Одно такое секретное местечко, похожее на камни. Вот, Сулай. Все, давайте теперь всем удачи. Так, запись пошла. Вот на Сабундах, вот машин столько. Вот я один приехал. Вот это мой сегодняшний улов. Это я, получается, с часу до... Сейчас время 5:30. Вот все на дергач. Сейчас буду вот вытаскивать все со своего садка. Вот такие вот экземплярчики есть. Сейчас дальше посмотрим, что тут еще есть. Вот и самые главные трофейчики. Вот. Так, это ладно, еще. Сюда. Вот судачок такой. И вот они, два апельсинчика самых главных, которых я сегодня взял. Это все на дергач. Штучки 3 карася домой взял, так чисто на жарешку. Вот такая щука интересная. Вот еще. И вот. Вся рыбка живая. Вот примерно вот моя нога. Вот рыбка. Лимчики, видишь, хорошие, да? Вот этот же Сказган, Карагандинская область. Вот так у нас травят рыбу. В 2017 году. Это Тюйманак, плотина. Вот здесь идет пена с кислотой. Выстроили какой-то завод. Короче, приехали на Плеса, на Тюйманаковский, и рыбу руками собираем, карась, сазан, сколько вон рыбы, мелочи, все почему-то на берегу. Вон сазан, смотри, в кушарах сидит какой. По телевизору показывали, что будет серебро, все прочее. Вот она пошла, пена, кислота. Чтобы знали, что... У нас в Казахстане все берегут, все делают хорошо, да. Вот она экология, вот она, пузырьки, это кислота натуральная, голимая. Вот сегодня покажи полностью, куда собирал. Наверху. Смотри. Все, рыба какая-то полумертвая, полуживая. Вон везде ее валом. Везде. Все возле берега. Вон сколько карасей, смотри, пацанчик. Куда, короче, тут не пойди. Вот я иду вдоль Плеса. Вот, в любое место захожу, смотрите, сколько рыбы. Мелочь вся, карась, сазанчики. Даже вытащу еще. Что за фигня, я понять не могу. Вот, допустим, вот она. Вот я беру. Что это? Сазанчик. 22 октября, воскресенье. Итог сегодняшней рыбалки.
клювало так себе, средней паршивости, больших опять нету. Самая большая, ну чуть больше двушки, полторушки две, эти поменьше, окунь один. Были сходы, были обрывы, короче, возможности были, но не получилось. Сейчас речку посмотрим. Вот идем, пробираемся через заросли. Вот речка. Ну ладно, всем пока. Доброго вечера, озеро Флаг, 22 октября 2017 год. Кургальжинский район, гордость Казахстана. Прекрасные места, но... Но, как обычно, не знаю, там видно, берег весь в мусоре, не знаю, что сможем, мы уже собрали, что горит, пытаемся сжечь вместе с сетьми или сетями, и дела. Это Маншук. Маншук, знаете, сегодня отличилась на ультралайта. Да, на ультралайта. Правильно показывает. Ну, пятерок, короче. Вот сейчас будем выпускать. Мам. Добро. Дай второй шанс. Ну да, примерно такая же. Вот она, сейчас поплывет мамка, даем второй шанс. Шикарьку. Вот махина пошла. Сейчас на глубину будет. Поклевочка, ребятушки, неужели поклевочка? Что-то ничего такое. Опа, трофейчик, парни. Трофейчик, парни. Давай, красавица, плыви. Давай, смотри, как твой брат. Давай, давай, Алёша. Алёша, надевай очки. Вот как брат твой ебаться. Давай-ка. Что-то темнеет уже, да, Сань? Резко, да? А зачем он тебе газ? А нахуй, ну.
дается. Все, братан твой запутался. От себя. Ну, в смысле, не можешь дать? Ну, а сейчас дай. О, Андрюш, вот так! Вот так Титан Яковлевских развлекает! Тише, тише, стой! Стой, нет! Он там, вон он. Лёха! Тише, 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 тише! Тише, 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 братан! Вышли на рыбалку. По первому льду, это называется, по первому льду идем. Тяжело, но идем. Вот смотри, льдинки отлетают. Рыбы не будет, скорее всего. Там вот ребята наши. Что такое, весла проскальзывает? Сейчас помогу мотором. Подожди, не надо, мотор нам. Мотор помогает, ломает. Сейчас доберемся. Где-то Рамиль поймал, ага. Идет. Мы ее видим. Пацак. Ой, эй. Хорош. Молодца. Вот седьмая. Оторвалась леска. Ну-ка, засвети-ка там, что у нас. Подними вверх. Пленка кончается. Хороша. Крокодильчики водятся.